Короче, вездеход Кайман. Так, всем привет. Да ладно, ладно, Богдан, ну продолжай говорить. Что я застеснялся, что вам ответить. Наш канал «Две машины» и «Техберг». Что, он опять здесь, что ли? Ну вот. Я Богдану подарил наклеечки эти вот, думал, что он их все оставит, а он их взял, наклеил на эти самые. Мы сейчас залепим, съемок. Сейчас наши залепим. У меня еще есть, Богдан, тебе еще подарю. Ладно, хорошо. Я если в пробке обратно буду стоять, я кому-нибудь наклею. Вот, для рекламы. Короче, рассказать, не рассказать? Давай, конечно. Ну, ни для кого не секрет, что на сегодняшний период времени в России идет грандиозный бум на тематику вообще вездеходов, переломок. Вот, потому что... Очень много мужиков-охотников, которым нахрен не надо ни квадроциклы никакие, потому что там проблемы с запчастями, куда-то там ездить. Вот, им нужна реальная техника по доступной цене, с отличным КПД, чтобы можно было ездить, грубо говоря, во все, куда только глаза глядят. И при этом была возможность его отремонтировать в полевых условиях, то есть не прибегая к официальному сервисному центру. Что из себя представляет наш вездеход Кайман? Полтора года мы вообще эту тематику изучали, перерубили не одну тонну металла, и по итогу получился вот такой вот Кайман. Несмотря на то, что он уже весь коцанный, это наш экземпляр для тест-драйва. То есть у нас стоит три оси, на них установлена рама, на раму установлена ванна. Он так же, как и многие его конкуренты, конечно же, плавает. Вот. Сразу же отмечу то, что абсолютно все комплектующие здесь у него новые, оригинальные, вазовские. Никаких бушных запчастей, как у многих переломок, такого нет. Огромный плюс, опять же, колеса вазовские, мост от классики, вот, коробка от тоже вазовская, от десятки. Сзади стоит движок, здесь у нас движок 24 лошади, это просто зверь, бомба. Бензин? Бензин бурчит как брабус. Да? Вот. Сейчас проверим. В базе у нас вообще устанавливается просто рама, ну сам вот этот экспедитор. То есть ни фаркопа, ни каркаса безопасности, ни рифленки алюминия здесь нет. Но также здесь есть очень много плюсов уже в базе, кстати, это фары. У многих производителей фары в базовой комплектации нет. Есть 4 отсека. Вот таких вот герметичных. Ой, открываем. Тут видите уже для тонущих людей всякие сапоги непонятные. Вот 4 можно. Что нужно вообще охотникам? Да, это 4 посадочных места, чтобы сюда ружья, ящик водки, всю поклажу и поехать куда глаза глядят. Вот. Ну, опять же, особый плюс, еще раз повторюсь. Да, это все в базе стоит. Вот, да, Григорий подсказывает, бронировано. От шишек? От шишек, да, от веток. Вот, лебедка это в базу не входит, как правило, это будут сами, наверное, устанавливать. Вот, ну, чего, сегодня мы вам продемонстрируем его. Сколько стоит? Стоит его базовая комплектация 240 тысяч рублей. 240. Красавчик. И что, перейдем ко второму чуть-чуть. Короче, многие обсуждали, да, и наш экспедитор, это то, чем мы можем, в принципе, гордиться, потому что уже не стоит скрывать того момента, что экспедитор это единственный мотобуксировщик вообще в России, который базируется на оригинальной бурановской раме. Поэтому обсуждать его тяговые там возможности по проходимости очень глупо. То есть это только диванные эксперты. То есть мы пошли немножко дальше. Мы взяли ту же самую бурановскую раму, вот, и просто движок поставили назад. Угу. Вот. Здесь у нас стоит 18,5, можно поставить те же самые 24, 2,5, это будет зверь мобайл вообще. Что дало возможность установить бурановское сиденье на 2 посадочных места. Там у нас полноценный ковр получается, туда можно засунуть всю требуху. Вот. И бурановский реверс. Бурановские тормоза, по итогу это тот же самый облегченный буран. Еще раз повторюсь, рама оригинальная бурановская. Сегодня мы, так как лето, травка зеленеет, сегодня мы вам продемонстрируем, и вот Григорий у нас эту тему продвигает, я ее со следующей недели тоже буду набирать заказов в огромном количестве. Это эксплуатация мотобуксировщика именно в летнее назначение, вот с колесным модулем. То есть вездеходы есть на двух гусеницах, почему бы нет
экспедитору на тех же самых двух гусеницах. То есть мы просто устанавливаем колесный модуль и особое внимание, если близко здесь будете снимать, вот, особое, прям жирное внимание, это вот этим колесам. Вот, ага. Многие в России сейчас обсуждают, что нет места эксплуатации в летнее назначение, потому что дешманская резина, дешманские диски, это полный негатив. Мы нашли поставщика этих колес по этому радиусу. Четырехслойная резина, там есть маркировка. Это не без обмана, как у волшебника Сулеймана. Здесь такие же, Магнум? Да. Четырехслойная резина и диски нашего производства. Толщина 2 мм. 2 миллиметра. То есть это получается некая пневмоподвеска для того, чтобы летом, то есть не нагружать катки и тому подобное. То есть это мягкость хода. Вот. Поэтому и да, вот оно лежит. Вот. Специально для вас. И что хочу сказать. Напомню вам то, что подвеска у мотобуксировщиков Бурлак. Вот, тяжело, нет? Нет. В принципе, любой может пенсионер, да, взять. Ну да, да, да. Вот. И напомню вам, что подвеска у мотобуксировщиков Бурлак является унифицированной. То есть, как вы можете здесь наблюдать, летнее назначение. Это оси пневмоколеса. Мы их выкидываем, ставим тележки бурановские. Вот. Меняем колесный модуль на лыжный модуль, получаем облегченный буран. Снегоход. Все, да, это тоже снегоход для тех, у кого. Будем говорить прямо, чуть-чуть не хватает денег на буран. И вот эта классическая мотособачка сегодня тоже позажигает. Вот, Кирилл покажет ее. С одинаковым, да, у них модули передние одинаковые? В принципе, да, по одной конструкции. И вот такая вещь, опять же. То есть, конечно, отдельно снимать видеообзор не стоит. Санек, давай снимай, слезай. Вот. То есть, Кириллы и тому подобное, люди спрашивают, опять же, летнее назначение. Вот, как вообще кататься, что... То есть, вот, наверное, нет, даже не так, не так. Вот человек расскажет. Короче, смысл такой. Если надо кому-то доехать, какой-то участок, километр до леса, то есть это колеса. То есть и буквально за пару минут отворачиваем болт. Это, соответственно, болт у нас будет по отверстие разное. По ширине волокушеля будет, можно поставить. То есть снял, барашкой отвернул, уже по болоту ешь на одних волокушах. Ага, прикольно. Прикольно, да. Это... Такая некая приспособа. Вот. Да, сидеем мы от себя давай. Опять же, мы работаем в тематике народной, поэтому мы стараемся. Сейчас, конечно, многие всякие комментарии напишут нехорошие. Но наша цель все-таки создание техники народной, удобной для народа. Вот. Так что, а что из этого сегодня получилось? Смотрите дальше на канале Review Machines. На основном канале, да. На основном. У меня еще мелкий вопрос. Богдан, сколько стоит? Бу-пу-пу. История умалчивает, я не помню, сколько в прайсе стоит. Не подготовился, ставьте 2. Ладно, будет внизу ссылка. На нашем сайте снегоход.ру вы можете увидеть розничные цены на всю продукцию. Да, ладно, погнали дальше. Что-то столько грязи и всяких луж, что даже эту камеру достать некогда. Получается там в начале, да, и вот сейчас. А что случилось-то? Случился, как обычно, по... Нас выручает команда Nordway. Та-т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 а. А у нас было. Где у нас видос? А? Маршрут, да, огонь. Сейчас еще дальше поедем, интереснее будет. А, ветки проткнули, да? Да, проткнули ветку. Понятно. Что же сегодня? Гусеница слетела. Не раз. Да. Ну, тут ничего такого сложного. Тут вся вот такая конструкция сделана гиперпримитивно. Элементарный ремонт в полевых условиях, пожалуйста. Да, что, в принципе, это идея была изначально создание народного вездехода, ремонтно-пригодного под любым кустом. Поэтому... Ловкость руки, никакого мошенничества, ну и Колян, тут допупция. Да, это в премиум комплектацию, мы его отправляем в регион. А здесь так фигня. Ну если нас
Ревью машин пригласили сюда, значит, ответственность за трассу они взяли на себя. Да, да, мы готовы сжечь здесь вездеход. Зажигалку взял, коллега? Отдать вам, это, как это, по дилерской цене. Вот. Это не профессионально. Богдан, мы канал не богатый. Ну чего, Вован, давай, тебя все зависит. Ваше слово. Товарищ, попробуем. Че слово? Нет, знаете, что я предлагаю? До виска, чтобы лебедочка дотянуться в крайнем случае. У нас лебедочка, это как бы уже умершая. Да? Да. Понял, для там лебедочка, только он сидит, вон, видите, курит. Лебедочка. Да ладно, что здесь ехать, блин, ерунда вообще. Конечно, ради того, чтобы снять, как утонул полностью вездеход. Давайте от обратного, как доставать? Доставать никак. Здесь, знаешь чего, здесь бревна лежат, доски, здесь не страшно. Там только вот эти сиденья кончаются. Вот последние вот березки там такие торчат оборвавшие. Вот это ерунда. А вот дальше начинается трясина, где... Она рвется? Да, она рвется. Как только газанешь... И там вода, да? Все. Там все, топь, выходишь и все. Ну, я не знаю, как под этой машиной, под этим весом, но не, под квадриком... Ну, он лодкой сядет и будет сидеть там, и что дальше? Ну, да. Ну, он просто плавать будет. Как-то. Ну, у кого неделя впереди? Ну, нет, чё? Ну, мы там краешком можем... Что думаешь-то? На Авито будем самовывозом продавать. Так, а пока мы там на болотах были, тут вот ребята отдыхали, курили. Давай я тебе это, Сашку, все. Ну что, не то место, да, не для этой техники? Ну, скажем так, эта техника рассчитана для зимы. Я вот хочу опровергнуть, что не только зима, но еще и лето. То есть много лет назад, когда вот, ну, я занимался снегоходами, я приехал вот этим к Чукчам, у них стоит буран, впереди колесо. Я спрашиваю, и что, вот он ездит? Не вопрос, говорит, 5 лет катаюсь. Это уже многие так делают. Просто вот у нас в подсознании почему-то буксировщик это только для зимы. По большому счету, что тут может сломаться? Вот посмотрите. Одни колеса. А у колес что? Это подшипники. И вот люди многие переживают за эти подшипники, что их менять. Их всего 16 штук. То есть, в принципе, страшного ничего нет поменять эти подшипники. Но люди даже из-за них душатся. О чем мы там говорим, о каких-то там вещах под названием квадроцикл или вот этот габаритный кайман. То есть вот техника. Понятно, что где мы катаемся, вот эта вот площадка, где лесовозы ездят. Мы немножко не для этих целей, вот эта техника. Мы хотели как бы объяснить, что в технике есть место быть в плане того, что куда-то доехать из пункта А в пункт Б, привезти вот эти волокуши. То есть наглядный пример, вот мы в прошлом году, на прошлой неделе ездили у нас на Рыбинское водохранилище. Ехала передняя приводная машина вот с этими волокушами, колеса проваливаются. И получается он тонет. Вот если бы ты ехал там на квадроцикле, ты бы газанул, у тебя колеса бы хлоп туда, ну, под затросник. И все там было. Вот, получается тоже торфяник. Я даже вообще не проваливался. Я просто ехал, тростник ложил. И мне настолько это понравилось. Я вот просто с него спрыгивал уже по колено. То есть ты бы на квадроцикле точно бы там сел по самому не балуй. Но если только с разгона. Вот техника. Вот это ездит. Передний привод там просто стоял. Ну как-то в своем есть плюсы, в своем минусе. Я показал себе одни минусы. Эта техника не рассчитывается. Как всегда, все самое интересное, конечно, на основном канале. Вот. Ну а мы еще раз хотим сказать спасибо команде Nordway. Гризлик нам сегодня помогал активно. Подписывайтесь на канал, ребята, все сделаем, все организуем. Я думаю, мы тут частенько теперь будем. Ну да, если будет желание, мы с удовольствием вместе покатаем. Здесь вообще проблем нет, здесь можно ездить, такие маршруты красивые. Мы, можно сказать, местные все здесь. Сейчас техники нагоним сюда. Ну все, еще раз спасибо Nordway и вот этому аппарату. Все, всем пока.